Очередной гуманитарный груз отправился из Йошкар-Олы в регионы Донбасса. Адресаты – это мобилизованные жители нашей республики, принимающие участие в специальной военной операции. Поэтому в машинах не только продукты питания и одежда, но также и тепловизоры, коптеры и другая необходимая техника. Сегодня отправляется в 5-й уже груз, организованный с помощью общественного совета при МВД по республике Мариэл на территорию Донбасса. Вот, в этот раз уже очень много машин, уже 4 грузовых, можно сказать, и машина сопровождения, которую врачи нижегородские и шкаролинские подарили, дарят нашим солдатам, воюющим на фронте. Везем и военно-шефскую помощь, и гуманитарную помощь. Военно-шефская помощь благодаря помощи правительства очень солидная. Это и квадрокоптеры, и тепловизоры, это и миноискатели. Очень много строительного инструмента везем, везем пленки и везем очень много действительно теплого, теплое нательное белье, бушлаты, форма, берцы. Бабушки всей земли Марийской объединились и навязали более 1000 пар носков.